Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1240. События дня. Псалом 21:20. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избави от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим. Посреди собрания восхвалять Тебя за 9 мая 2019 года. Вот объявление у нас, умерла сестра. Просто затормозите и посмотрите. Поминки были, похороны, и тут все безобманно. Ну и вот у людей было желание тут помочь, и вот как у нас устроили. Создать как бы фонд детям. Вот нужно было купить. Уже собрали сколько-то и купили там электрокомбайн, как называют. Дмитрий пишет. Христос воскрес, Игнатий. Ну, а дальше. Пишет вот такое, что посмотрел ваш ролик с Юлией Долбневой. И очень многое встало на место. Прям все под копирку с Андрусенко. Я смотрел и прям понимал, как через нее сатана разрывался прям. Она ни под каким предлогом не желала вас слушать, а цель одна – рассказать, какая она оригинальная и какие Господь что-то там открыл. С этой Юлией как раз-таки общаются Анастасия и Катя, так как вижу, что они у нее в друзьях ВКонтакте. Дай Бог, чтобы я ошибался. В общем, действительно, я ужаснулся. Оказывается, она еще и от мужа ушла. Может, я ошибаюсь. Дальше почитайте о чем. Я выставляю это, не говорит о том, что я согласен со всеми, ну, почему так? А вот ответ. Тут мы можем уже открыто по Слову Божию сказать. Определенно. Сейчас вот я выделю здесь, тогда, чтобы можно было считать и понимать, что это и Слово Божие. 1 Иоанна 2:19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 2 Петра 2:20. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. То есть семь злейших бесов берет, разжигает там пламя, прямо видно, что сгорается. И обязательно будет то, чего не должно быть. Я знаю, таких уходили. Ну, не всегда, но вообще так. Молодая, там сразу, где к какому обществу пристанет, там найдут, им отдельную землянку выделят. Уже под старость 60 лет, и дальше сблудила, теперь обратно идет к нам. Ну, нет, мы зачем? Ты не слушалась. 2 Тимофею 3:9. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. По Элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. Вот если это смотреть, то здесь тоже многое можно будет взять. Я поэтому отдельные места беру и выделяюсь, чтобы видно было, что есть Слово Божие. Из Деяния 20:30. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Второзаконие 13:13. Что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых бы не знали. Евреям 10:39. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим к вере, в вере к спасению души. Ну и далее, вот тут мы уже готовим материал, сами почитайте, как. Я буду показывать, а вы открываете, если нужно вам. А нет, так отмахнитесь. Я не знаю, видно, нет.
Ну, бывает туманно где-то. Вот она обиделась, Галина, что... Я понял, обиделась, что я не отвечал. Я отвечаю, посчитал, что это вовсе не вопрос, а исповедные строки о любви к животным. Если корова ногу сломала, ее не вылечить, а забивает на мясо. Так же и все большие животные. Если они меньше ростом, то еще можно как-то спасти. Ну, дальше, говорю, нашего шарика-дворняшку. Когда он был привязан, напали две большие собаки, ногу заднюю перекусили. Что делать? Я сам наложил. Ну, и дальше я объясняю. Содрал, потом сделали ему как скафандр. И как он говорит... Это у меня выдавливалось, это... На Вселенских соборах заказывают книги. Я печатаю, все сюда беру, чтобы люди видели, какая переписка. Переписка. Тормозните и почитайте. Вот с этим епископом Пантелеимоном переписка Дмитрия Лемешева. Я думаю, не надо трогать, ничего уже не сделал. Ты ему такой материал большой закинул, я все проверил, посмотрел. Это ничего не даст. Он епископ, он не может понять, что он человек. Вот так. Вчера много пришлось, полностью просмотрел парад. Ну, это больше часа. Парад в Москве, где Путин там. Конечно... Это представление стоит денег. И вот здесь у нас какие ресурсы, как мы работаем здесь. Наши вот, я в шапке стою. Я редко добавляю. Вот добавил канон Андрея Крицкого, патриарх считает. Ну, а деревни поют. 7 человек. Поэтому взял. Вот посмотреть наш ленточный православный форум. О чем я говорил, вот посещаемость зеленая. Вот оно. Вчера 415. А сегодня вот за это же время еще на 19 больше.
не знаю, с чем это связано. Как-то выступил там Дворкин против меня. Рождественские там и мировые чтения в Москве, рождественские. Одна тема посвящена была Масленнику, выступала, и другая против меня. А я-то ничего не знал еще. Потом мне прислали аудио, записано, видео нету. Вот, это все там Сергей Дудин написал, Анна Владимировна какая-то дали считать, и она там говорит, ну ничего нету никак. И стали давить на митрополита, это я чтобы митрополита узнал на местном. Безобразники такие. Удивляются, что я их назвал кодлы и прочее. Это они этого и заслуживают. По делам их я назвал, какое есть. Вот взяли, собрали, где я говорил, змеи, порождение их. Так не я это сказал, бешеные псы. Это Писание говорит, лютые волки, не щадящие стадо. Деяние 20 глава. По делам их, по делам я и сказал, и пытаются меня переучивать. Но меня нападают, поносят как только могут. Нормально. Если я в ответ пошевельнулся один раз, попадали полумертвые, как вот в чат рулетки. Только я перекрестился, мусульмане, куча, сразу все выключают, и все, крестное знамение. И здесь вот, что сказать... Большая тема. 1603 темы примерно здесь у нас. Ну и видеоканал. Канал очень большой. 15200 роликов. Вчера Виталий прилетел. Мы-то с ним поговорили. Виталий возвратился из Испании живой и здоровый. 1270 просмотров. 10 часов назад. Ну, 1000-то, ну, смешно даже. Сколько? А тут и до сотни нет. Вот беседа ездила. Я на Златоуста, я насчитываю по трудам его 4 просмотра за 3 часа. Ну, что тут посещаемость-то какая? Никакая. Ну, однако, все-таки есть. Вот просмотров у нас 25 миллионов. 35 миллионов 380 999 и подписчиков 36 542. Ну, маленько есть люди. Нам не надо нагонять больше, меньше, лайки. Я и слова эти не приемлю. Аватар, фотография должна быть. И все. Ну и наш «Во свете Библии» – православный библейский сайт. Ой-ой-ой, сколько тут всего. И сейчас начали мы работать вот по вопросам, чтобы задавали эти вопросы. Мои вопросы, я отвечал, сам печатал. Так что тут чужого ничего нету. Ну, и отвечать как? Потому что вопросы большие были, мне задавали в университетах. Я вел занятия в школах, в отделах милиции, 5 отделов районных, ну, город на 5 частей разбиты, и городское, краевое УВД. 3 радиопрограммы регулярно вел, и мне в письменном виде поступали. Бумажек куча, просто мешок, наверное. Ну, куда сжечь, да все. А потом кто-то говорит, так вы вот по ним ответьте. И какая-то малая часть сохранилась, малая, это 4124 ответа. Но они все в письменном виде. Ткни, любой, что написано, допустим, деньги. Вот я только задел деньги, вот она сразу выкинула, вот что есть. Вот вопросы, первый том, я нажал на него, вот они вопросы, какие пошли. Вопросы, ответы. В налоговую службу еще писать бланки, ну материал огромнейший просто. Вот такие наши ресурсы. Еще День Победы, никуда не выходил. Посмотрел. Еще кое-что, где как справляли. Ну и учитывая, что 7 раз в день молиться, ну, вот наша сотница называется. Время-то идет. Тут наружу кошки, у меня 3 кошки, нищи, зиму продержали мы их в трапезной под полом, выкормили. И здесь они за мной бегают, как собачонки. Ну и своя тут есть. Вот Володя прислал ролик, надо закачать, как он плод там делает. И день проходит радостный. Вот так. Что-то тут у нас булькало и ушло. Ага, вот оно где. Сейчас посмотрим, до ужатия, после ужатия какое. До ужатия, это запись, автозапись. 1,14 гигабайта. А это поужимали 797, но все равно меньше.
Но надо его закачать. А как? Ну, разницы нет, как открыть любое место. И вот здесь плюсик стоит справа. Написано «Добавить видео». Нажал. Сейчас вот стрелочка будет. Вот она. А в ней вот она, утро молитвы. Я ее поднял. Открыть. Все, она закачивается. Утренние наши молитвы уже пошли на закачку. И на этом сегодня все.